коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Диана Васина и утренняя информационная бригада нашего канала. Депутаты городской думы рассмотрели в первом чтении проект бюджета Великого Новгорода на 2017 год и плановый период последующих двух лет. В ходе обсуждения парламентарии резко раскритиковали предложенный проект. Бюджет сформирован бездефицитным, однако объем доходов и расходов по сравнению с этим годом уменьшился практически на 1,5 миллиарда рублей. В результате урезанными оказались многие статьи, среди которых и социальные. До 2020 года предполагается приостановить выплату 400 тысяч рублей семьям, где родились двое, а также субсидии многодетным родителям на улучшение жилищных условий. Кроме того, в бюджете не предусмотрены средства на ремонт дворов и проездов, снос аварийных домов, обеспечение безопасности образовательных учреждений. У нас бюджет превратился из инструмента социально-экономического развития города сейчас просто в такую формальную бумажку, в которой нет вообще никакого маневра. Там мы просто считаем доходы, ну и расписываем, на что хватит. И нам не хватает на самое основное. Поэтому я, в общем-то, призываю вас этот бюджет не поддерживать. Упрекнули мэрию и в непубличности подготовки проекта бюджета. Первое чтение прошло до общественных слушаний. А в заседании Думы не приняли участие ни сам глава города, ни его заместитель, курирующий финансы. В итоге абсолютное большинство парламентариев высказались против проекта бюджета. Документ был отклонен. Сегодня региональный департамент труда и социальной защиты населения проводит телефонную горячую линию, посвященную предстоящему Международному дню инвалидов. Разъяснения по вопросам предоставления мер социальной поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья можно получить с 10 до 13 часов по телефону 98-31-83. Завтра, 3 декабря, сотрудники правоохранительных органов совместно с новгородскими волонтерами планируют провести масштабные поиски петербуржца Никиты Хлебникова, пропавшего в Новгородской области при неясных обстоятельствах. Молодой человек выехал из Санкт-Петербурга в Парфино 25 ноября на автомобиле Renault Sandero, до места назначения так и не доехал. Брошенная машина со следами крови в салоне была найдена в Великом Новгороде. Экспертиза еще не закончена и пока неизвестно, кому принадлежит кровь. Поиск будет проходить предположительно в районе от Белой горы до Крестец. Сбор участников в 10:30 утра. Связаться с координаторами поиска можно по телефонам, которые вы видите на экране. В центре «Хелпер» призывают новгородцев ответственнее относиться к собственному здоровью и периодически проходить проверку на ВИЧ-инфекцию. Ежедневно в новгородском центре по профилактике и борьбе со СПИД тестирование проходит от 80 до 100 человек. Процедура предельно проста. Это обычный анализ крови из вены, который определяет наличие антител к вирусу иммунодефицита человека. В ноябре правительство страны выделило регионам более 2 миллиардов рублей на закупку антивирусных препаратов. Из этих денег для Новгородской области предусмотрено свыше 6 миллионов. Средства помогут усилить меры профилактики и изменить подход к лечению. К 2030 году Минздрав страны планирует вовсе предотвратить распространение инфекции. Выработанная стратегия предполагает достижение показателей 90-90-90. Это значит, 90% всех ВИЧ-инфицированных должны быть выявлены, 90% от выявленных должны получать лечение полноценное и 90% должны добиться неопределяемой вирусной нагрузки, то есть лечение должно быть эффективным. Лучшее лечение – это профилактика, считают специалисты, поэтому призывают действовать, в том числе проходить тестирование на ВИЧ. Сделать это можно бесплатно в центре «Хелпер» на Посольской 2, а также в других медицинских учреждениях. Сегодня Виктор Вебер и Елена Писарева подпишут новое соглашение о сотрудничестве областной думы и Новгородского государственного университета. Соглашение направлено на объединение усилий в области использования учебных, научных и информационных ресурсов, подготовку высококвалифицированных кадров, оказание правовой помощи и повышение правовой культуры граждан. Подписание состоится в 17 часов в конференц-зале главного корпуса НовГУ. Ценители искусства этим пятничным вечером тоже скучать не будут. На новгородских сценических площадках и в клубах сегодня выступят инди-электро-поп-группа из Южной Кореи «Gold Moon», тверская команда «Янжима» и новгородцы «Фрагранс Бэнд» и «Кит». Любители интеллектуальных квестов смогут поучаствовать в квиз-викторине «Мозговой штурм». Вся подробная информация о мероприятиях в открытом доступе, так что сценарий сегодняшнего вечера в ваших руках. На этом пока все. Впереди прогноз погоды от центра Фобоса. Я прощаюсь. Желаю вам короткой пятницы и отличных выходных. Увидимся.